говорят, ржаным хлебом кормить. Да. Ну а чем? Я знаю, что нельзя. Ну что делать? Все хлебом кормят, потому что... А скажите, завтра праздник металлурга-то будет? Да. И салют будет. В 11:00. Концерт будет там, готовят. Сегодня будет? Был концерт, но сегодня вручали там благодарственные письма. Но концерт хороший был, около часа в этом, в Доме культуры. А завтра во сколько? А завтра с утра где-то, с 2:00 по расписанию. Нам расписание там повесили. Где? На домах. С той стороны, только не с этой, а там, с дворовой части. Там хорошее должно быть. Ой, уехали, что ли? Ой, улетели. Держи. Это понятно, самое простое. Купил хлеб, который в магазине. Ну, а что делать-то? Хоть этим покормить. Что сделать? Даже там, на вокзале, не помню, сколько. Как бы сказать... Поехали шашлыка одну порцию возьму. Из уток? Ну каких уток? Или домой поехали, или давай пиво возьмем. И домой поедем. Утки. Только это, звук потом убери.